Удивительный случай недавно произошел в одном из городов Великобритании. Там в ходе просветительской акции к мусульманину подошел подросток. В ходе беседы выяснилось, что ирландец Джеймс знает наизусть несколько сур из священного Корана. Немусульманин прочитал их вслух. Снимавший это видео мусульманин поразился, как 16-летний юноша-христианин читает Коран. Выяснилось, что Джеймс уже давно проявляет интерес к исламу. У него есть друзья-мусульмане, которые помогали выучить суры из Корана. Также Джеймс самостоятельно смотрит ролики с чтением Корана. Удивленный мусульманин подарил подростку диск с аудиозаписями всех сур Корана и пожелал, чтобы Джеймс прочитал всю книгу Аллаха в переводе и принял для себя важное решение.